Хэллоуин 2017. Честно, мне уже надоели постоянные образы стрёмных кукол, вампиров и котиков. Что вообще у вас ассоциируется с этим праздником? Мне на ум приходят страшилки и тыква. В этом году я решила сделать такой более носибельный образ. И вот что у меня получилось. На английском это называется scarecrow. На русском звучит менее прикольно. Это чучело. Да, то, которое с тыквенной головой. Надеюсь, вам понравится этот образ, и давайте приступим к его созданию. Я уже выровняла тон лица и сделала себе брови. Переходим к макияжу глаз, и в качестве базы под тени я использую Color Tattoo от Maybelline. Далее беру матовые тени в персиковом оттенке и наношу на все подвижное веко пушистенькой кисточкой. Дальше беру такой теплый коричневый оттенок и буду им выделять складку и заполнять веко до середины, практически до зрачка. Постоянно все это растушевываю. Дальше я возьму самый яркий оранжевый оттенок, который у меня есть в коллекции. И буду интенсивно выделять складку верхнего века, как будто растушевывая. Чтобы у вас на глазах получился такой мягкий оранжевый градиент. Этот же оттенок маленькой кисточкой нанесу на нижнее веко ровно посередине, прям там, где зрачок. Дальше самое интересное. Я беру черную гелевую подводку и рисую себе довольно активные и толстые стрелки. Черным жирным каялом выделяю нижнюю слизистую века. Старайтесь сильно не аккуратничать. Теперь все той же черной подводкой я начинаю прорисовывать такие поодиночные реснички у себя на нижнем веке, чтобы образ казался более таким милым. Не делайте это слишком филигранно, все-таки это пугало. Тушью прорисовываю реснички и, конечно же, мне нужны будут накладные ресницы. Очень сильно преобразит образ. Ну что, с макияжем мы закончили. Вот так вот, быстро и просто. Дальше нам нужно себе нарисовать нос. Оранжевым карандашом, у меня, кстати, он для губ, я рисую такую вот капельку на кончике носа. Оранжевыми тенями закрепляю рисунок и с помощью черной обводки делаю контур и прорисовываю стежки, как будто нос у меня пришит. Теперь переходим к самому интересному, губам. Все той же черной гелевой подводкой я полностью закрашиваю нижнюю губу. Делаю себе улыбку пошире и опять же дорисовываю стежки. На этот раз они будут как будто крестиком. Возвращаюсь к яркому оранжевому цвету и делаю себе щечки. Цвет наношу как будто кружочком. С помощью коричневого карандаша для бровей я себе делаю веснушки. Ну почему бы и нет, это же все-таки тыква. Остатками оранжевого цвета прохожусь по местам коррекции. На этом все, мой образ готов, очень все просто. И как видите, для этого образа всего лишь нужны оранжевые тени и черная подводка. Добавляем к образу шляпу и какую-нибудь клетчатую рубашку, желательно на пару размеров больше. Образ готов, счастливого вам Хэллоуина, вдохновения в образах и вообще хорошего настроения. Если вам понравилось это видео, не забывайте поставить пальчик вверх внизу, мне будет очень-очень приятно. Подписывайтесь на мой канал, если еще не подписаны. Все названия и ссылки на косметику я оставлю внизу в инфобоксе. Вам нужно будет нажать вкладочку «Развернуть». Подписывайтесь на мой канал, если еще не подписаны, а я вас всех целую и пока!